Всем привет, меня зовут Роман Чернявский, это программа «Трибуна», место, где говорят о самом важном и интересном хоккее. Сегодня поговорим о высшей хоккейной лиге с корреспондентом портала чемпионат.ком Владимиром Юриным. Володь, привет. Здравствуйте. Закончился второй раунд в плей-офф высшей хоккейной лиги, раунд достаточно интересный, был такие результаты, но вот главное мое удивление вызвало поражение Кубани, поражение вот такое безвольное и непонятное, да, второй год. Команда, которая является одним из фаворитов в плей-офф, проваливается. Ну, я бы не сказал, что это такая большая неожиданность. Ты правильно сказал, что команда всего второй год существует. И было бы странно, если бы на второй год существования, пускай даже не в континентальной хоккейной лиге, а в высшей лиге, команда сразу была бы готова штурмовать какие-то большие вершины. Да, там у них состав весьма приличный. Бюджет весьма приличный. Да, много молодых игроков в ЦСКА им передал перспективных, но... Для того, чтобы создать коллектив, как известно, требуется 3 года. Я думаю, что в следующем год будет год Кубани, и тогда она выстрелит. Это первое. А во-вторых, Кубань попала на такого серьезного соперника, на Сарарку, которая просто катком в первом круге прошлась, 4-0 выиграла, и во втором, в 4 матчах добилась победы. Так что многие говорили, что Тарос является... Я считаю, что Сарарка является главным фаворитом этого розыгрыша Братины, поэтому... По большому счету, да, мог бы счет, конечно, быть не 4-0, а 4-1, может быть, 4-2, но, в принципе, победил сильнейший. Я не считаю, что Кубань что-то уж сверхъестественно сделал, проиграв. Ну, вот опять-таки, мне казалось, что если и Сарарка пойдет дальше, то Кубань хотя бы поупирается, и, ну, матча 2 зацепит, да, не получилось этого. И сейчас опять начинаются разговоры о том, что неплохо бы команде сменить тренера. Ну... В принципе, Колпаков сказал, что команде не хватило вот именно, да, борьбы характера. Но с тобой я согласен в том смысле, что это ведь во многом от тренера зависит. Вот пример, пожалуйста, Ярославский Локомотив, да, в КХЛ. Тренер, который игроков этих увлек общей идеей, заставил их бегать. И пример Яланин, который, казалось бы, обладает гораздо большими регалиями и лучшим составом, но ничего не смог поделать. Вот. Вероятно, да, вероятно. Но там не только тренер, там много возрастных игроков. Они брали того же Нурдинова в надежде, что его опыт поможет команде. Но это мое мнение. На время становления коллектива таких игроков не должно быть много, и они должны обладать какой-то харизмой, за которым они, вот, типа как Сушинский. Угу. А те игроки, которые пришли, я не считаю, что они вот именно лидеры. Да, они опытные игроки, но вот от них же ждали, но они же ничего не показали в итоге. Но, с другой стороны, игроки – это тоже, да, дело тренера, и мы знаем, что... Тренер, в принципе, может и посадить игрока, если он не выполняет установки, согласен, да, не выполняет, да, свою роль, на которую там рассчитывали будут выполнять. И опять же, это вопросы к тренерам, а не к игрокам. Да, игроки что? Им, да, подписали, они как могут, так и играют. Согласен, глубина состава позволяла как-то варьировать состав, но Колпаков этого не сделал и должен разделить даже, можно сказать, большую часть вины за поражение взять на себя. Что ж, до другой паре поговорим. И Рубин вышел в полуфинал, да, вот команда как-то после 2 подряд чемпионств, ну, то ли интерес потеряла вот к высшей хоккейной лиге, да, может, мотивация где-то снизилась. Сейчас видно, что тюменцы, в принципе, настроены побиться. Я думаю, те 2 года, когда вот они не участвовали в разделе имущества, ну, в борьбе за главный приз, это, скорее всего, связано было с теми слухами, которые ходили о том, что Рубин вот-вот должен вступить в континентальную хоккейную лигу. Это вот пример нынешней «Лады», да, 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 которую сгубили эти слухи, я считаю, по большому счету. Все ждали, что вот игроки, сам же понимаю, что многие понимали, что они не представляют для себя интерес к клубам КХЛ. И поэтому, если переход команд состоится, то они вряд ли останутся в Рубине. И поэтому, может быть, кому-то было не, ну, не было стимула особенно биться и не жалеть себя. А сейчас, насколько я понял, там поняли, что дворец этот не очень скоро построят, и поэтому надо все-таки настраиваться на серьезную борьбу. Поэтому в этом году команда серьезно включилась. И, наверное, Дэвсарят с Сараркой, я считаю, что вот еще второй кандидат на высший титул. Ну вот предстоящие полуфинальные пары мы сейчас еще обсудим. А вот твоя мысль про то, что «Ладу» сгубили слухи о возможном участии в КХЛ. Но вот смотри, для игрока это же в принципе шанс, да, сейчас заиграть ярко, показать, что ты можешь давать результат, что ты можешь делать. И может быть тебя и возьмет эта команда дальше в КХЛ. Ну, ну да, разговор, это все, с другой стороны, да, но это разговор, все, понимаешь, сколько команд поднималось классом выше, взять тот же футбол, хоккей, другие виды спорта, единицы оставались из тех, кто добывал победу рангом ниже, и переходя уровнем выше, они все-таки
не получали место в составе. Возможно, менталитет такой у наших игроков, не могут они вот... Заставить себя. Да, а потом там же были и финансовые проблемы в течение сезона, и потом вот эта поездка на русскую классику, вот этот морозный матч, тоже во многом их сгубил, после этого команда немножечко завалилась. Я думаю, вот комплекс этих вот событий в итоге привел к тому, что «Лада» в итоге выбыла. По поводу русской классики я могу поспорить, потому что весь сезон у «Лады» был такой скачками. Да, Они поднимались, то валились, то поднимались, то валились, и могли проиграть там «Титану», да, тому же, потом выиграть там какого-то... Согласись, состав-то у «Лады» не... Состав у «Лады» очень хороший. И игроки, которые поиграли и в КХЛ в том числе. Ну, есть, да, были игроки. Но, опять же, тут, наверное, роль тренера. Не сумел он этот вот коллектив разноплановых игроков объединить во что-то целое, расставить их по тем позициям, где они должны и где они могли приносить больше пользы. Скорее всего, и тренерская тут была вина. Поговорим о приятных сюрпризах вот прошедшего раунда в вышке. И «Молот при Каме» меня удивляет. Я очень рад за Александра Гулявцева, потому что и за карьерой его следил, и теперь радуюсь его успехам уже в качестве главного тренера. Вот опять же, да, тренерская история. Человеку дали поработать несколько лет. Человека не трогали, да, несмотря на то, что были какие-то провалы. И сейчас есть результат, уже есть результат. Да, он построил свою команду, я считаю. Вот ему дали это время, он ее сделал. Это авторская команда, именно он... Вместе с генеральным менеджером, наверное, там, ну, основная все-таки, наверное, по игрокам была его рекомендация. Он создал эту команду, и он с ней идет выше. И сейчас вот достаточно, ну, уверенно, да, они этот раунд прошли и не дали шанса, по большому счету, Южному Уралу куда-то там. Да, Южный Урал там немножко другая история. Они никогда в жизни не выходили в четвертьфинал розыгрыша плей-офф, и поэтому для них уже попадание в этот раунд стало большой удачей. И они немножечко, наверное, я думаю, все-таки игроки, и руководство клуба, да и тренер, наверное, Кирдешов тоже какой-то небольшой выдох сделали. Но, тем не менее, я считаю, они достаточно уверенно играли в этом раунде. А вот этот вот внутренний расслабон немножко, наверное, помешал им. Ну, Кирдешов – это же тренер, который в прошлом году играл в финале. И да, Кирдешов – тренер, который умеет строить оборону, да, например. И все говорят, ну, большинство специалистов, которые смотрят за высшей хоккейной лигой, говорит именно об обороне, да, которую строит Кирдешов. Мне кажется, вот с вратарями немного у Южного Урала, ну, не угадали они в этом сезоне. Ну, они весь сезон не могли никак определиться с тем, кто у них будет первый вратарь. А вратарей, сам знаешь, фигуры такие особенные. Да. Им нужна вот эта психологическая уверенность в том, что он первый. Может быть, вот это именно повлияло. Потом, ну, уровень вратарей у нас на КХЛ, по большому счету, вратарей-то не хватает. Чего же говорить про ВХЛ? Тут уже надо, как говорится, находить общий какой-то индивидуальный подход и искать какие-то другие. Да, опять же, через оборону. Достаточно вспомнить вот воробьевские команды. У него любой вратарь становился лучше всего обороной. Тут, конечно, надо было сделать именно, может быть, на этот. Ну, может быть, не хватало исполнителя. Может быть, та схема, которую хотел Кирдешов, она прошла у него в Сарарке, она вот здесь не пошла. Не те исполнители не могут, они не доходят до них то, что он хочет им сказать. Мы же не знаем этого. Будем надеяться, что он останется. У него сейчас будет предсезонка, он же пришел по ходу сезона уже поработает с командой, потому что тренер очень интересный. Для того, чтобы понять, что это за команда, он должен ее сначала пройти. Это и сами тренеры говорят, это вполне известный факт. Потому что тренер интересный сам по себе. Интересно будет посмотреть, как он будет с другой командой работать. Но вот, кстати, о вратарях, да, если мы говорим, что команда, которая лишилась одного из своих основных вратарей, вернее, основного вратаря, который два года тянул их до Кубка, до Братины, да, это Владимир Сахацкий, и Тарос все-таки вырвал серию, проигрывая 1-3 Бурану. Да, еще с учетом того, что сменщик Сахарского Рафаэль Хакимов очень неудачно играл в первых матчах, там и в предыдущей серии он допускал много ошибок. Ну, тут скорее вот я героем этой серии сделал бы капитана Тарос, ну, на мое опять же мнение, Анатолия Степанова. Он первую серию пропустил из-за травмы, не играл, но в этой серии он, видно, вот за те матчи, что сидел на скамейке запасных, он в эту энергию себе саккумулировал и выплеснулся полностью без остатка. И команда, глядя на своего капитана, который, может быть, не совсем даже здоровый, рвет и мечет, провоцирует там, лезет вперед, она не могла по-другому сыграть. И плюс Руслан Сулейманов, я считаю, один из лучших психологов, наверное, среди тренеров, ну, в высшей лиге это точно. Он наверняка умел находить нужные слова, почему команда так бегала, почему команда так боролась. Там были провалы, допустим, хорошо серию начал Саулиетис, потом у него провалилось, зато другие игроки начали играть. Это, опять же, искусство тренера.
точно знать, какой из игроков в какой день выстрелит. Вот по поводу Степанова, посмотри, как интересно получается. Один Степанов вытащил Салават Юлаев, по большому счету, да, сколько у него там голевых передач и важных таких, ну, действительно, по-настоящему важных голевых передач. Второй Степанов вытаскивает другую башкирскую. Бойцы, оба бойцы, да, мозг и костей бойцы. И я знаю, как Анатолий вообще относится ко всему, что он делает там и на площадке, и в раздевалке, и как он может в раздевалке просто сказать нужные слова, кому нужно. Мне понравились там после одного из матчей корреспондент в перерыве матчей Тарос с Бураном, местный корреспондент Нефтекамский, спросил у него там по поводу, вот как не тяжело ли вам играть, когда у вас столько игроков нет, и Сахарского, там, и Анкудинова, и кого-то еще. Там он сказал, ребят, давайте прекратим эти разговоры. Это разговоры в пользу бедных. Команда готова, полно игроков, которые жаждут выйти и доказать. И молодые ребята выходили, тот же Бочков, там, который в регулярном чемпионате редко играл, выходил, бился, там, зарабатывал удаление, пластался и вытащил тоже. Один из тех, кто вытащил свою команду в полуфинал. Вот и все. Они не зациклились на этом. Ну, нет Сахарского, забыли об этом. Все, начинаем играть. Плохо не идет у Хакимова. Начинаем в обороне играть, чтобы ему меньше доставалось. Видно, что парень немножечко нервничает. Мы стараемся приободрить его и не создавать трафику его ворот, чтобы он спокойно себя чувствовал. Это вот настоящий коллектив. Я говорю, я считаю, главная заслуга, я не так много знаю Сулейманова, не так много с ним общался, но я считаю, что это один из лучших тренеров высшей лиги, может быть, даже лучший, на мой взгляд. Я на самом деле как раз хотел начать разговор о том, что вот нет Сахатского, нет Анкудинова, но теперь не буду. Вот как раз у Тароса молодежь очень хорошо играет, и они очень грамотно ее подтягивают в состав. Что в прошлом финале, да, молодежь, там тот же Гореев, который потом ушел в КХЛ, да, и тот же Василевский, я имею в виду не Андрея, а его брат Алексея, да, который был в прошлом году на ведущих ролях. В этом сейчас, году, да, играл, и сейчас его забрали. Да, вот опять же, да, забрали. Панков тот же нападающий, тот как же он здорово играл в регулярном чемпионате, сейчас его нет. И умение вот вводить молодежь, и вот эта мысль о том, что давайте забудем, кого у нас забрали, мне кажется, может вот в следующем раунде, да, в полуфинале как раз и сыграть в пользу Тароса. Согласен, абсолютно. Ну, во-первых, у них очень хорошая школа. Я был в этом Нефтекамске, там вот недавно, перед началом сезона, перед матчем открытия с Сараркой, открывали второй каток. Да, городок, да, да, небольшой, там все больны хоккеем. Республика Башкортостан вообще на хоккее помешана, а Нефтекамск это вот после Уфы, даже я считаю, там, может быть, в чем-то больше, чем в Уфе этот хоккей любят. Ребятишки мечтают играть там со всей округи, с районов, много соревнований проводится. Существует, видно, единая система подготовки. Не зря же любого игрока вот забирают из Тароса, он приходит в Салават Юлаев и чувствует себя там. Да в любую команду, да, даже не в Салават Юлаев. Да, да. Потому что они вот играют по одной системе, они, в принципе, знают этот хоккей, который... Там вот идеальная построена цепочка. В КХЛ, ВХЛ, МХЛ. И все МХЛ-Б даже, где, да, играет. Все, все команды, все на виду, все дают хороший выход. Поэтому я не вижу в этом ничего такого. Это вот именно идеал, к которому, наверное, может быть, и надо стремиться. Вот сейчас у нас будет полуфинал, который повторяет прошлый финал. Такое интересное противостояние Караганда-Нефтекамск. И я не знаю, вот вообще, насколько реально делать прогнозы на эту серию, потому что вот здесь, мне кажется, все может быть. Я еще раз убедился, что прогнозы – вещь неблагодарная, хотя мне в какой-то мере везет, я там у себя вот в плане прогнозов на этом предсказал, что страдал, вроде пока лидировал. Но я считаю, что это мне просто повезло предсказать. Ну, кто бы на самом деле мог предсказать? Я почему бы поставил на победу Локомотива в серии ССК, потому что мне более импонирует эта команда. Это я никаких не проводил там исследований, просто интуитивно чисто поставил и угадал, и на счет угадал. То же самое и здесь. Тут можно... Ну, мне Тарос больше нравится, честно скажу. Я хотел бы, чтобы эта команда вышла в финал, но в этой серии абсолютно, я говорю, Тарос, Сарарка больше отдыхала. Да. У них была неделя целая, это с одной стороны. У них все в составе. У них там два равноценных вратаря, что Горячевских, что Ковач. У них там состав на 6, на 7 пятерок наберется. Вполне может Грегор менять пятерки. Это никак не скажется, не скажется на игре команды. Зато у Тароса после такой победы, да, эмоции. Эмоционально, да, раз. Потом, не будем называть, что Салават выбил казахстанскую команду, да, Борис, а Тарос скажет, а мы чем хуже? Мы тоже казахстанскую команду. А, кстати, это да, это тоже может быть одним, да, из факторов, неважным, да, нерешающим, но потом, тем не менее. Потом, все-таки, высшая лига – это не континентальная хоккейная лига. Там сенсации бывают, там команда с восьмого места выходит в финал. А здесь, посмотрите, в полуфинал вышли первые четыре команды, да, по севу. И тот факт, что у Нефтекамска будет лишний домашний матч, все-таки может сыграть огромное значение. Поэтому...
Я считаю, шансы 50 на 50. Много будет зависеть от везения, там, от... и дурацкие голы могут залетать, и не дай бог, тьфу-тьфу, но могут и травмы быть. Что ж, будем смотреть. Володь, большое спасибо, что пришел. Журналист портала чемпионат.ком Владимир Юрин был сегодня гостем трибуны. Увидимся.